Отвариваю свеклу, там немного для салата и немного добавлю в борщ. Не знаю, муж, наверное, не будет есть борщ, но он так к нему относится. Я помню, в Беларуси варила, готовила, нет, как-то так он скептически. А для него красный суп – это должен быть томатный суп. Вот томатные они любят. И вот эта ботва, решила ее не выбрасывать, попробовать что-то. Немножко подвяли листья. Посмотрю, переберу, которые получше. Может быть, тоже добавлю в борщ. Спасибо моей подписчице Алле. Вот просто большое спасибо. Я реально хотела просто это все выбросить. Ну, попробовать. Почему бы и не попробовать, да, приготовить? Если многие люди это делают, даже интересно. И я посмотрю, вот приготовлю с вот этой частью, которая с листвой. Если мне понравится, то эту отправлю в заморозку. Попробуем. Так, обжарочка моя. Здесь лук, морковка, перчик, 2 столовые ложки томатного соуса. Попутно вот хочу показать. Вот я порезала лимончик, столовая ложка меда. Я могу просто это кушать в течение дня. Могу положиться в воду. Ну, наверное, в воду сейчас я порежу другой лимон без меда. Вообще очень хорошо лимон, когда горло болит. Пока я тут готовлю свой борщ, решила перекусить. Вот такая вот крем-стайл кукуруза. Да, сейчас вот открою, посмотрим. Ну вот, вот такая вот она внутри. Вот такая кашица, да, как будто измельченная кукуруза. В каком-то соусе мне очень нравится. И она сладковатая. Ну, кукуруза сама по себе сладковатая. Мне очень нравится. Вот сейчас перекушу. Ура, это свершилось после третьей сушки. Одеяло сухое. Только нужно разгладить. Сегодня показываю вам тут стирки, всякие одеяла. Вот хочу показать эту стиралку, да. Это интересная модель. Вот этот вот штырь такой вот он, да. Он выкручивается раз, и его можно убрать. Он усиляет, как бы, вернее, он может отстирать более грязную одежду. Вот. А если такая, знаете, маечки там, ну, постельная, оно же не грязное, его можно без этого, потому что, как бы, чтобы там не повредилась, может, ткань. Ну, вообще, он ничего не повреждается, но вы поняли. И обратно туда, вот так вот. Ой, не могу одну. Ну, вот так вот устанавливаем обратно. Вот девочки еще показываю, наверное, девочкам интересно, да? Вот меня спрашивали, что я не показала, только в коробке красную посуду показала. Но она такая же, как накануне, ну, кто смотрел, я брала синюю. Абсолютно такая, абсолютно. Ну, вот 4 кружки. Единственное, что плохо, вот не 6. Но я хочу еще белую потом, ну, какую-нибудь светленькую, чтобы 6 одинаковых. А так вот 4 кружечки, 4 этих боула. Достаточно для супа, мы уже так кушали, ну не суп, вернее муж кушал свой суп из банки, нормально. Туда ложил, выливал и грел в микроволновке, и нормально, хватает места там. Ну вот таких вот 4 таких тарелки и 4 таких, да. Они тут смотрятся как одинаковые, они разные. Хочу так в Икею, просто вообще очень хочу. Жаль, что мы только туда летом. Ну, некогда, у мужа работа, 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 работа. Он и так уже смеется. Купил дом для тебя. Ну, правильно, чтобы я по 4 часа в день уборки делала. От 2 до 4, да? Вот. Ну, вот закончу еще с окнами, еще 2 окна осталось. И все. И мы потом пойдем с вами гулять куда-нибудь на улицу. Я вам покажу территорию вокруг. Ну вот я подняла жалюзи, сейчас покажу, как открывается это окно. Ну, то, что оно поднимается вверх, это я, наверное, показывала, да, как бы, а там вот сетка, да, сетка, ветер, там улица. И вот сейчас я пылесосом вот это все уберу. И окно помою следующим образом. Хочу показать, вот как оно. Подождите. Я вот тут вот открыла вот эти замки, и оно вот так вот
вот так вот открывается. Я его мою с этой стороны, потому что с улицы я не могу помыть, так как это вот эта сетка, да? Экран, как они называют, да? Вот, помою вот с этой стороны и закрою. А вот еще хочу показать, вот на какие двери я имела в виду шторки. Вот такая вот дверь, и они, конечно, сдали этот дом вот с такими простыми стеклами, да? Ничего здесь, либо их можно чем-то, какой-то там пленкой, клеенкой. Но вчера я ходила, или позавчера, ну, в общем, я вышла на улицу, пошла к почтовым ящикам, они вот туда, если выйти, налево. И соседка, как-то ранее с ней познакомилась, Фея, по-моему, Фея, ну, в общем, что-то похожее на Фею я запомнила, спросила у мужа, есть такое имя Фея, он говорит, нет. Ну, может быть, я что-то неправильно поняла, или он не знает. В общем, мы с ним немножко познакомились там, в меру моего знания языка пообщались. И вчера я, ну это накануне было, мы пообщались, а вчера я шла к почтовым ящикам, и я у нее, ну опять поговорили, и я спросила, говорю, может вы подскажете, что можно вот повешать на вот эти вот двери. Она меня пригласила в дом, ну она просто вот открыла эту дверь, и мне показала, что с внутренней стороны вот здесь вот висит такая как шторка, как будто здесь на резинках, я не знаю, как оно там, на гвоздиках крепится, на липучках. Я просто, мне было неудобно спрашивать, она говорит, это все она заказывала на Amazon. Вот оно идет от вот этого верха и вот здесь вот. Такая как присборенная шторка, оно так аккуратненько смотрится. И я смотрела уже на Amazon, даже вот, может, видео вам я прикреплю. Очень интересно, там и цвета различные, ну или синий, или серый такой вот, знаете, цвет можно. Такой, знаете, как вот... под цвет стен. Стены такие грязно-оливковые, светло-оливковые. И шторку такую можно невзрачненькую. Ну, не синюю. У нее, по-моему, синяя. А вот это вот на бэк-ярд дверь, это вот, видите, подлиньше. Подлиньше, повыше. То есть, ну, просто размер другой. Нужно посмотреть. Там есть разные размеры, разные ткани, разные расцветки. Вот я, наверное, так и сделаю, потому что... Это Америка. Тут свои привычки. Я говорю мужу, давай такую же сделаем. Ну, такие жалюзи, как на окна, я имела в виду. Он говорит, не-не-не, такое тут не делают, вот только такую шторку. То есть в свой монастырь, как бы я... Ой, вернее, в чужой монастырь со своими, вот, нет, ну, никак. Вот сколько мне уже попыток было, либо он такой, вот, знаете, техасской закалки такой... Ну, такой очень старой закалки. Он только консерватор, короче. Вот, поэтому вот будет вот так вот.